Привет, сейчас у нас 17:30, через 30 минут у нас встреча с подписчиками. В чем суть этой встречи? Это распродажа, но необычная. Как вы знаете, мы снимали прокачку ПК очень долго, в течение года. И суть рубрики была в том, что я прокачиваю компьютер человеку, а он отдает свой старый. Ну, я не себе забираю, а на продажу. И все эти деньги, которые мы получим, они пойдут прямиком в детские дома. И сегодня это все должно произойти. Мы сегодня соберем все девайсы, которые у нас были, и это все продадим. Вот. Была идея продать все на Авито, но это долго. А если сделать распродажу и сделать прикол в том, что 50% скидка будет на все, это шикарно. То есть те же наушники Logitech G Pro, они стоят 10 тысяч, но мы будем продавать их за 5. Вот. То есть такая халява. Главное, чтобы быстро продать. Сейчас мы будем это делать. Была идея поехать на одной машине, а потом мы вспомнили, что у нас есть Жига, хоть где-то я буду ее использовать. Поэтому сейчас я вам покажу, что у нас вообще есть. Это в первой машине. Один компьютер и все. Кстати, тут есть провод. Только у этого компьютера есть провод к блоку питания. У нас есть еще ноутбуки, у нас есть мониторы, мышки, клавиатуры, наушники. У нас есть все. То есть, если, кстати, можно прийти, купить весь себе ПК за 1010 максимум. В общем, это полная халява. И я надеюсь, что мы сегодня все продадим, и я уеду без багажника. Вот. В общем, друзья, я в шоке, что сейчас творится. Мы едем на двух машинах. Еще такого не было, что мы Жигу вообще использовали для съемок. Я такого не помню. Максимум, когда... Жигу не, вообще, когда мы Жигу использовали, у меня не было такого. Чуваки, сильно волнуюсь. Короче, какая может быть ситуация? Может быть, ситуация такова, что будет один человек. А может быть, ситуация такова, что будет очень много людей. Я вам клянусь, не говорю, у меня давно такого не было, непонятия ситуации. Того, что примерно то, что будет, я не знаю. Я уверен, что мы продадим Logitech. Logitech у нас купит 100%. У нас встреча запланирована в 18:00, сейчас 18:01. Пишет, что мы будем в это время. Очень удачно. Неужели я никуда не опаздываю? Я никуда не опаздываю. Да ладно, это столько людей! Чувак, это много. Это все они. Да, чувак. Блин, очень много людей. То есть сейчас будет очень сложно разобрать, как это все продавать. Это очень сложно. Привет. А зачем хлопать? Так, привет всем. Так, сколько нас? 100? Больше. 180. Да. Блин, нас очень много. Блин, я даже не смогу сейчас всем это говорить, понимаешь? Короче, кто будет вообще покупать? Тут... Серьезно? Короче, чуваки, клавиатура, она хорошая. SteelSeries Apex 100, она стоит 2600 сейчас в NVIDIA. Продаем за 1300, да? Переводом только. Всем поздравляю. Не, клавиатура классная. Все, давай. Давай. Все, ребят, новое. Давай, берешь? Да, давай, 2-4. Клавиатура Logitech G512 Carbon. Она стоит 9250, продаем за 4500. Наличка! Наличка? Давай. 4500, да? Да, 4500. Чуваки, это последняя... Это лучшая реклама. Это лучшая реклама Logitech. Все кнопки есть, я сам играл на ней. Держи. За 13 Зови мышка стоит 6100, продаем за 3000. Давай. Чечема. Давай. Спасибо. Все, спасибо большое, Эрик. Давай. Эрик. Ой, мне еще подарок. О. Вау. Нави. Ребята, спасибо большое, надо, спасибо. Чтобы места побольше. Давай. Спасибо тебе большое, Эрик. Короче, пацаны, мышка за пятерку. Сколько здесь? Здесь пятерка? Все. Держим. Удачи. Короче, пацаны. 8500 тебе уходит. Здорово. Здорово. Бро, если будет проблема с компьютером, напиши мне. Надо. Я просто не уверен в нем. Слушай, ну опять же, у тебя есть контакты со мной? Ну да, Инстаграм есть. Ну я не прочитаю там. Добавь ВКонтакте. Ну типа, если будет проблема, то напиши мне. Короче, пацаны, очень жарко, но по сути мы уже 50% продали. У нас еще откуда-то появился компьютер. И еще откуда-то все это появилось. Короче, я сейчас хочу ускориться, поэтому быстро будем все продавать. 4. 3-4. Ты покупал? Давай. Спасибо. Чуваки, 400 рублей. За 2000 возьму. А? За 2000 возьму. Зачем? Эрик. Это твой депозит на благотворительность? Да. Давай. Почему с наушниками так не сработало? Чуваки, сейчас парень задонатил на 1600 больше, чем нужно. Так, короче, ноутбук Dell
с вентиляцией идет в подарок. 6503. Все, забираешь. А, безнал? Ну, давай скинешь туда. Ну, скинул? Да. Моника LG, он 60 Гц, не игровой, просто чтобы он был бы как просто монитор. Давайте за 2000 этот монитор. Давай. Все, точно? Блин, как быстро. Так, и сейчас остался последний компьютер, Zalman. И кажется, именно, я не знаю, от чьей он. 10003. Все, давай. Итак, кто продает права, Рушин? Поздравляю. Сейчас. Да, все. Ребят, это все. Это все, да. Ровно за час, короче, успели. Можно фоточку. Ребят, кто хочет фотку, давайте все сфоткаемся. Займите по-братски там, все туда. Быстро все сделаем, давайте. А кому скинуть можно благотворительность? Просто так? Да. Налички? Не-не-не, я переведу. Дань, он хочет тебе перевести просто благотворительность. Да? Да. Давай. Ребят, такие моменты надо записывать, очень классно. Ребят, вы про... Не, это очень круто. Вообще, самый чувак. Очень классно, очень классно. Как снимать? Смотри, они реально заняли очередь. Я не верил в это сейчас. Да, просто так можно. Можно. Ребята, да. Моя аудитория удивляет. О. Просто так. Молодец. Все. Можно с этой стороны? Так, благотворительность еще. Ребят, ну это все. Получилось. На самом деле все было классно. Я вам клянусь. Ну, сейчас мы так организованно сделали все. Это ужас. Здесь было все очень классно. Спасибо всем. Мы поедем. Так, и еще 1000 рублей просто так. Слушай, 1005, да, уже получилось просто так? Просто? Ну да, где-то. Ну, 1000. Слушай, моя ставка 1040 мы сегодня получили. Нет, 1050. Блин, это хорошо. Мы прямо сейчас пойдем отправим. И тренируйтесь. Ребят, мы только что пришли, и сейчас вот будем считать деньги, сколько у нас получилось. Это большая сумма, еще есть на карте. 6000 рублей, как минимум, закинули просто так, вот не задеваясь. Это очень круто. Я очень горжусь аудиторией. 100 человек было, но когда попросили сфоткаться, встали все в очередь. Когда продавали, никто там не бил друг друга. Все воспитанные и с пониманием относятся. Никого я расстроенного не видел, кстати. Вообще ни одного расстроенного не было. Не, круто вообще. Да. Очень легко было. Так что сейчас посчитаем и закинем в банкомат эту сумму и отправим в определенный детский дом. Мы сейчас будем все это выбирать и понимать, куда правильно. 72 500, да. Ребят. 72 500. И плюс еще на карту. И плюс еще... Ну, 11 300. 11 300? Да, 11 300. 84 тысячи рублей. Еще докинем 200 рублей. 84 тысячи рублей. Короче, друзья. Это много, очень много. Сейчас пойдем закидывать в какой-то банкомат на карту, и мы перемещаемся на другую сцену. Я уже дома, и сейчас мы сделаем то, зачем мы тут вообще собрались, зачем снималась рубрика «Прокачка ПК», зачем я забирал компьютеры, зачем я это вчера продавал и так далее. Поэтому, чуваки, давайте начинать. Сумма набралась огромнейшая, я думал, будет 1040. Я из-за того, что боялся маленькой суммы, которая наберется, взял свои девайсы, которыми пользуюсь. То есть я не продавал из прокачки ПК только, я продавал и свои девайсы. То есть там почти вся сумма именно моих девайсов, от спонсоров. Хотя это делать не нужно было. Ну, в общем, сейчас у меня все в одном экземпляре, поэтому будем набирать все заново. Надеюсь, то, что прокачку ПК я буду снимать в ближайшее время. Компьютер у меня уже новый стоит, ждет свой путь, ждет нового игрока. Я выбрал, куда буду депозитить. Это линия жизни, благотворительный фонд. Я уже с ними сотрудничал. Мы собрали 700 тысяч рублей вместе с ребятами, со стримерами на Twitch трансляции. В общем, я с ними знаком. Я общался с прямым представителем линии жизни. Поэтому по словам этого человека тут все хорошо. И я полностью уверен в том, что эти деньги пойдут туда, куда нужно. Так, я закинул это все на Сбер. Поэтому давайте сейчас закидывать. Другая сумма. 85 тысяч рублей. И нажимаю помочь. Мне сейчас должен прийти код от Сбера. И по сути депозит у нас есть. Да, пришел код. Все, я отправляю. И прямо сейчас мы сделаем вместе с вами депозит 85 тысяч рублей. Просто с девайсов. Вы сделали очень доброе и большое дело. За 16 лет работы линия жизни спасла более 11 тысяч детей. Ваше участие — это вклад в счастливое и здоровое будущее еще одного ребенка. На этом все, ребят. Надеюсь, то, что наша сумма поможет хоть одному ребенку. Это уже, ну, не достижение, а это уже какая-то хоть победа, если один ребенок будет обеспечен нужной суммой. Спасибо большое всем. С вами был я, Шок. Ждите новые ролики, прокачка ПК не заканчивается, она будет еще, и поэтому эта же история повторится уже через некоторое время, как только у нас соберется нужная сумма
и нужное количество девайсов. С вами был iShock, ждите новый ролик. Всем пока.